многие люди дерутся за деньги. Я никогда не дрался за деньги. Тут дело в моем сердце, в моем духе. Дело в том, откуда я родом. О ком вы говорите? О Нейте Диазе. Сколько раз он проигрывал в UFC? 11 раз? Он проигрывал 11 раз, и ты говоришь о Нейте Диазе? Нет, я о том, что он верил в победу Конора. Конечно, он верил. Он хочет драться с Конором. Они хотят устроить этот херов бой еще раз. Как это происходит, я не понимаю. А как насчет настоящих контендеров? Что насчет настоящих претендентов? Я не понимаю этого. Я не слышал твой вопрос, что ты сказал? Я просто интересуюсь твоими мыслями на этот счет. Нейт продвигает реванш, он верил в победу Конора, он хотел трилогию на UFC 209. И многие фаны это поддерживают, потому что это же 209, мазафака. Поэтому я надеялся на победу Альвареза. Потому что если бы он победил, ему бы пришлось принять этот бой. Но если этот хренов пацан выиграет, он вызовет Нейта, устроит этот легкий бой, заработает денег. Бла-бла-бла. Куча конференций. Это сумасшествие, я не понимаю. Я просил, UFC трижды просили меня драться с Нейтом Диазом. И Нейт трижды ныл. Оу, я не хочу, чтобы кто-то схватил меня, боролся. Но это не бокс, это ММА. Когда UFC давали мне бой, я никогда не отказывался. Каждый раз я его принимал. Каждый раз, когда я просил бой с парнем из топ-15, говорил, что хочу драться с тем или с тем, все говорили, что я трэш-токер. Но это не трэш-ток. Я тренировался всю мою жизнь. Я хочу драться с лучшими, ясно вам? И сейчас... Я не знаю. Как вы думаете, что будет, если мне дадут этот бой? Как думаете, что он будет делать? Думаете, он захочет работать со мной в стойке? Я могу драться с Нейтом Диазом, Конором Макгрегором, Эдди Альварезом, со всеми ними в одну ночь. Ко-мейн-эвент, мейн-эвент, на заднем дворе, за кулисами, где угодно. Это все выглядит так, будто... Вы хотите сказать, что... Оу, мы не принимаем таких решений. Да, она не принимает таких решений. Все решает тот парень, типа того. Речь о том, что мы не знаем, может, Конор решит все иначе. Это херня номер один. Я думаю, все ирландские фанаты понимают. Кто заслуживает этого? Я думаю, у меня тоже много ирландских фанатов. Потому что я доминировал над всеми моими оппонентами. Конор приходит в легкий вес и говорит, что он величайший, но... Знаете, в начале года он постучал как цыпленок, а в конце года уже дерется за титул. Знаете, это очень любопытно. Как это... Я не понимаю, может, если бы он проиграл сегодня, и Кормье побил Энтони Джонсона, так как Джон Джонс выбыл, может, DC нужен был бы новый оппонент, и UFC стали бы продвигать, оу, переходи в полутяжелый, давай дерись с DC. Почему нет? UFC могут и это устроить. UFC — огромная пиар-машина, и... Если они такое делают, думаю, многие фанаты злятся, потому что... Он вроде только что так бодренько постучал по настилу, и тут раз, в легкий вес на титульник. А что насчет настоящих контендеров? Как насчет этого? Почему Тони Фергюсону не дают бой? Почему я не дерусь за титул? Потому что это больше не спорт. И знаете, что интересно? Теперь я чувствую, что могу драться с кем угодно. И где угодно, в легком весе, и не только как соревнование. Я чувствую, что я тоже готов к шоу по системе Pay-Per-View. И я думаю, UFC должны сделать это. Перевел, озвучил канал Old School Combat, жми лейкоцит, подписывайся и не забудь посмотреть другие интервью Хабиба в русской озвучке по аннотациям в конце и ссылкам в описании.